Всем же привет, с вами Беззубик, и со мной еще тайный гость. Ладно, он не тайный. Комета, иди сюда. Я тоже здесь. И, кстати, здесь мы не просто так. А знаешь, почему, Беззубик? Конечно, знаю. Мы сегодня играем в правду или действие. Да, вы, кстати, это обожаете. И мы решили это повторить. Да-да. Очень интересненько сегодня у нас будет. И я решил позвать Комету, чтобы поиграть. Итак, сегодня будет, очень интересно, так что давайте начинать. Итак, первый случайный игрок — это у нас Беззубик, то есть ты. Итак, значит, мы можем уже начинать нашу игру. Я думаю, что все зрители знают, как играть в правду или действие, так что можем начинать. Итак, Беззубик, ты должен выбрать правду или действие. Я выбираю правду. Итак, вот твой вопрос. Отвечай. Интересненько. Вообще... Итак, жмем окей. Так, я тоже выберу правду. Очень интересный вопрос. Но если бы мне подарили билет на самолет, я бы хотела полететь, например, в Австралию или в Испанию... В общем, что-то из двух. А также со мной бы полетел Скрилл. Да-да. Ну да, куда же без него? А как же без нас? Да-да-да, вы тоже, все вместе полетим. Так, стоп, один бесплатный билет. Значит, я. Итак, жмем дальше. Теперь я выберу действие. Итак, вот мое задание. Комета, тебе это лучше не видеть. Почему? Потому что... Итак, вам я задание покажу. Комета, наверное, откажется. Но я же выполняю действие. Итак. Давайте выполнять. Комета, можешь заходить. Так. Нет! Да! Нет! Спасите! Да, ты идешь выполнять задание. Нет, не пойду. Так, Комета, ты мой ребенок. Ложись. Беззубик, я тебя отомщу. Так, мне нужно тебя покормить твоим любимым йогуртом. Нет, не надо. Я ненавижу йогурты. А вот теперь будешь любить. Так, давай, теперь я иду за йогуртом. Беззубик, я уже жалею о том, что мы в это играем. Сейчас будут эксклюзивные кадры, я буду кормить Комету. Нет! Кушай, Комета, твой любимый йогурт! Нет, кушай, Комета, кушай! Ешь, это вкусно, это очень вкусно! Нет, не буду, кушай! Все! Что же, теперь моя очередь. Да, ок. Итак, Комета, выбирай. Итак, я хочу выбрать действие. Ты уверена? Да, я уверена. Итак. Окей, будем сидеть так 5 минут. Итак, Беззубик, иди сюда. Так, как нам это выполнять? Вот так. Все, будем так сидеть. Вот, задание. Ладно. Спустя 5 минут. Все, окей, мы это выполнили, это было не так сложно. Окей. Беззубик, выбирай. Я хочу правду. Итак, я думаю, это тот момент, как мы всей семьей вместе с Игинго, Мастрит и всеми остальными отмечали Новый год. Это было чудесно. Ответ принят, жмем ок. Итак, Комета, выбирай. А я хочу действия. Так, мне нужно найти незнакомца. Так, пойдем на улицу. Пойдем. Иди у него спроси. Да, окей, это достаточно легкое задание. Здравствуйте. Можете мне подсказать, пожалуйста? Да, конечно. Как мне дойти до музея Поле чудес?
А чего? Как дойти до музея Поля чудес? А какой музей? Я не знаю никаких музеев, я не местный. А так как мне дойти до музея Поля чудес? Я не знаю! Как мне дойти до музея Поля чудес? Я не знаю, отстаньте! Итак, будем считать, что комета выполнила это задание. Итак, я хочу правду. Ну, блин, опять правду. Неинтересно. В следующем раунде выбираешь действие. Ладно, ладно, давай смотреть мою правду. Так, я даже не знаю, у меня не так много вещей, но... Я за новые вещи, только за новые. Ладно, окей, ответ принят. Итак, комета, выбирай. А я теперь выберу правду. Так, я бы хотела ковер-самолет. Хотя нет. Да, я бы хотела ковер-самолет. Это прикольно. Хотя я даже без него умею летать. Но я хочу быть как Аладдин. Поэтому я хочу ковер-самолет. Все. Окей, ответ принят. Итак, Безобик, ты выбираешь действие. А то ты уже надоел со своей правдой. Да-да-да, ладно, я выбираю действие. О, нет, только не это, только не это. У меня последнее фото ужасное. А я знаю твое последнее фото, выкладывай. Давай-давай, я все проверю. Эх, ладно. Так, потом не смотрите только, ладно? Я не хочу, чтобы это кто-то видел. Так, мы это покажем. Нет! Пойдем. Все, я выложил свое последнее фото. Да, оно так себе вышло. Но ничего, зато я честно выполнил задание. Вот, смотрите. Так, да, ладно, задание сделано. Так, окей, задание выполнено. Что же, теперь я... Я выберу действие. Так, Беззубик, иди сюда. Давай, Беззубик, будем обниматься. Так, у меня сейчас дневная фура и будет ревновать. Все, 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 все. Да-да, окей. Так. Я выберу действие. Интересно. Давай, Беззубик. Я тебе сейчас принесу фломастер. А, окей. Я, конечно, рисую так себе. Хотя нет, я еще тот вылитый художник. Я тебе сейчас прекрасно нарисую. Давай. Вот сейчас ты увидишь, какая ты красивенькая. Так, что же, бумага? Итак, Так, почти готово. Так, осталось вот немножко тут доделать, кажется. Так, готово. Итак, вот. По-моему, одно лицо. Лучше некуда. Причем я это нарисовала даже меньше, чем за минуту. Так, нет, это вообще не я. Вообще не похоже. Нет, это не я. Все ты, очень похоже. Смотри, глаза такие же, ушки такие же. Это не я. Это все похоже. Это не я. Ты не справился с заданием. Ну как же... Все, я справился. Вот, дневная фурия, комета. Ладно. Все, давай дальше. Ладно, окей. Ну, допустим, ты выполнил это задание. Итак, это у нас предпоследний раунд. Я выбираю правду. Итак. Да, конечно, я могу. Я вообще кофе не пью. Я ненавижу кофе, так что... Я каждое утро просыпаюсь с чаем. Да, вот чай я люблю, а вот кофе я не люблю. Да, я знаю, что ты ненавидишь кофе, поэтому да, окей, ты справилась с ответом. Итак, я напоследок выберу действие. Это у нас последний раунд. Только не это, я ненавижу щекотку. Да. А, нет, 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 комета, стой, нет, 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 нет. Все, давай, давай, иди, иди сюда. Нет, 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 нет.
Давайте быстрее заканчивать это видео. Пожалуйста. Все. Итак, мы можем подвести итоги. Кто же у нас победил? Я думаю, что победила ничья, потому что я выполняла задание, и ты выполняла задание. Да, и мы отвечали максимально честно на все вопросы. Да. Так что, думаю, что победила дружба. Да, я тоже. Итак, всем пока. До новых встреч, новых видео. С вами была Комета и Беззубик. Всем пока. Пока.